Американский боксер Дэниел Джейкобс считает, что казахстанец Геннадий Головкин должен сразиться с официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, украинцем Сергеем Деревянченко, сообщает чемпионат.ком. Головкину нужно сразиться с Деревянченко, это был бы хороший для обоих боксеров поединок. Я был бы очень счастлив, если бы Сергей получил такой шанс и провел поединок с Геннадием. С точки зрения бизнеса, конечно, это не самый привлекательный бой, но для спорта это было бы великолепно, сказал Джейкобс The Daily Express. Промоутер украинского боксера Луди Белла заявил о том, что готов защищать интересы Деревянченко даже в суде, а также подробно рассказал о ситуации с Головкиным.